Так, вроде не самая плохая карта. Стоп. Это кишка. Так, ладно. Видел, в окно залазил. Видел, я его видел. Только я немножко неправильно бросил. Так, подвал у нас здесь? Нет. Кто-то подписался. Спасибо, кто бы ты ни был. Вижу. Сурвые приехали самоубиваться на свежем воздухе. О нет. Тупые сы, клоун упорот. Есть немного. А, перед второй фазой сняла. Повезло ей. Эй, дед. Вы что творите? Ну и все, пойдем за последней. Она там стояла. Если у деда нет вставайки, они трупы. Я также буду ржать. Можешь начинать. Господи, что за катка? Надо ее вырезать тоже будет. Эта Мак, она единственная, что-то пыталась сделать. Эти двое, они... что-то совсем плохи. Там до сих пор лежат. Фит какой-то. Ты катку за свинью еще не видел, по-моему. Да, вы издеваетесь. Само собой, Коби. Ну и что? Где мы? Мнде. Привет. Надо было оставаться ее кемпить. 4% сыграли свою роль.
А, ну она в углу карты лечится. Ну, пошлите за ней. Доброе утро. Да, вы издеваетесь. Картошка, привет. Рад тебя видеть. Всех подняли. Катку слил, короче, все. Чекайте. Где они? Так, слить катку, это, конечно... Просто похороните меня за плинтусом. Нашелся, блин. Чё? Дашка. Дашка, не кури. Дашка, не кури. А, тот чинит денег. Эх, такая хорошая катка. Да, один денег я в итоге потерял. Я, пожалуй, воткну это все равно к запись... того позора, который случился. А, у него баланс лендинг. Как же ничтожное это замедление. Курит она на грибах. Это да. Опять подписался? Как много людей подписывается в последнее время. Спасибо всем, кто подписывается. Если есть желание поддержать канал, я буду вам только рад. Время рандома, грибов и духа дошика. Я уж подумал, духов. Привет. А, гадин. Чем духи дошку. Популярность растет как грибы после дождика. Да, я был бы рад этому. Я задонил
Но сообщения нет. Ты задонил через Good Game или через Donatipay? Ну, спасибо тебе, я посмотрю. Я посмотрю, оно будет. Если через Good Game, у него всегда багует. С этим ничего не поделаешь. Куда они могли уйти? DonatPay. Хорошо, я проверю. Я проверю. Могли сбиться настройки. Я включу даже отображение, оно заново проиграется. Спасибо тебе. Я слышал, кто-то в ящичке был, по-моему. Я, кстати, клоуном более-менее попадать научился. Позор клоуна, назову эту серию. Если ты не успеешь сейчас выбраться из подвала, ты уже мертва. Привет. Как же все-таки на клоуне барбекюшка важна? Ага, и когда я убрал розыгрыш, он мне впервые понадобился. Надо ее туда загонять, там нет этих палет. Если нет палет, это смерт. Вы помните этих смертов? Так, смерт. Вспомнил катку сзади с топорами. Это ты про которую, Дашка? Где они вышли убиваться на свежем воздухе в снегу-то недавно? Я много каток за Анну было. Иначе бы она не была 50 уровня. Но... Всем, кто смотрит записи... Я накосячил. Всегда кемпите крюку, на крюки выживших, пока они не спрыгнут. Ну, до второй фазы не дойдут. У меня целых два сурва подряд спрыгнуло. Если вы это делаете, вы точно победите. Можно сделать на отвали, как я, и все равно победить, но... Зато игра продлилась, больше крови получил, в принципе. Пухляш что-то из себя показал. Где ты шикарно кидал топоры. Я всегда шикарно кидаю топоры. Не пояснение. Ух ты, сколько я крови поднял. 90 тысяч.